На сегодняшний день в Казанский федеральный университет подано 62,5 тысячи документов, включая филиалы и все формы обучения. По оригиналам подано более 9 тысяч оригиналов. При плане бюджетного приема 4980 бюджетных мест. То есть достаточно интенсивная идет работа приемной комиссии. И, что отрадно, абитуриенты активно сдают и, значит, документы свои. Видим стремление и желание поступать к нам учиться в Казанский федеральный университет. В Институт управления экономики и финансов подано больше всего оригиналов, а следовательно, там самый высокий конкурс на поступление – 16,5 человек на место. До окончания работы приемной комиссии Казанского федерального университета остаются считанные дни. Сейчас идет очень активный процесс смены направлений. То есть в основном сейчас несут ребята оригиналы свои. Ежедневно в день мы принимаем где-то в чистом остатке, это 350 оригиналов в день к нам поступает. До 1 августа у абитуриентов, подавших свои заявления в Казанский университет, еще есть возможность принести свои оригиналы. 3 августа будет первый приказ о зачислении. Это 80% от всех бюджетных мест, которыми располагает Казанский федеральный университет. 20% мы оставляем для тех, которые попадут во вторую волну, которые не смогли сразу сориентироваться, куда они поступают, и чуть позже поднесут свои оригиналы. У них срок подачи оригиналов до 6 августа, до 18 и 8 августа выйдет приказ второй волны, где уже окончательно закроем бюджетный прием. Отрадно отметить, что в этом году в Казанский федеральный поступают 14 ребят, у которых в сумме наивысшее количество баллов по ЕГЭ. Мало того, что по 100 баллов у них по каждому предмету, еще есть индивидуальные достижения. То есть у них и аттестат с отличием, и золотой значок ГТО, и конкурсная ситуация на бюджете достаточно высокая. Поэтому очень жесткий конкурс на бюджетные места в этом году. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.